Всем по прививке. Сегодня Кировская область получила очередную партию вакцины от коронавируса. Более 6 тысяч доз препарата. В ближайшее время его распределят по всем прививочным пунктам региона. В первую очередь уколы поставят тем, кто уже записался и попал в так называемый лист ожидания. В пунктах вакцинации Кирова препарат доставят уже сегодня. Завтра его привезут в районы. Запись на прививку открывают, когда появляется информация о новых поставках. Желающих получить иммунитет от коронавируса много. Сейчас они находятся в листе ожидания. Их пригласят в первую очередь. Всего провакцинировались уже более 20 тысяч кировчан. Вероятно, это повлияло на снижение заболеваемости ковидом в регионе. За последние сутки заразились 138 человек. Ежедневный прирост в 1,5-2 раза ниже, чем в январе. Выздоровели 387 пациентов. Жизнь еще одного человека забрал вирус.